Пишем. Я рекомендую Сергею Шнурову написать песню «Уроки жонглирования булыжниками в Санкт-Петербурге» и в обязательном порядке снять клип на эту песню. Но нужно не пить перед этим полгода. Хорошие булыжники? Это очень. У меня глаза, блядь, на лоб вылезли. Батя, проживает. Охуеть, блядь, ебать, ну нахер. Это же тяжело, наверное. Это возможно было? Очень. Рекомендуем вам посетить уроки жонглирования булыжниками, так как нам, девушкам из Петербурга, очень интересно на это посмотреть. Но нужно не пить перед этим полгода.